Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Небанутые» нашего нового подкаста. Однажды ко мне пришел мой друг Денис Кобелкин и сказал: «А давайте создадим проект». И тут подошел еще один наш друг, Рубен Яблуков, и сказал: «Да вы, ребята, небанутые. О чем проект-то? А проект о небе». Возникла хорошая идея о том, чтобы летчик брал интервью, ну не то, что интервью брал, скорее беседовал с людьми, которые также приближены к небу, как и летный состав. Вопросов очень много, ведь не только как летает самолет, да, и кто его обеспечивает, кто его обслуживает. Поэтому я думаю, что проект очень интересный. Давайте выдохнем по рюмочке.